работаем на приездном полете. Площадь 400-летия Тюмени. Там у нас стоит огромная сцена, летает дрон, который нас снимает. И наш воздушный шарик. Привязанный к трем машинкам, чтобы не сдвинуться с места. Работают фотографы. Показывать вам город с высоты и что здесь происходит на площадке. Погнали! Кто-то не знает, это центр Тюмени. Мы первый раз здесь, нам очень нравится. А как ты отмечаешь День города? Погнали к нам. Подходите, подходите. Вот ступенька. Заходим. Выходит один. Один балл. Там ступенька есть. Полетели. Мы будем летать сегодня целый день. Если не знаешь, как полетать на воздушном шаре, забивай в Google. Полетели 72. Или звони 212-37. Мы не теряем время зря. Оставить свой отпечаток на память Тюмени. Вот такая вот стена с красками. Как оставить свой отпечаток? И все? Так, куда ставим? Такие вот наши отпечатки на память. День города. Конечно. Ехал. Да, спасибо. О, 4 Все, идем летать. Всем сверху на людишек. Ну что, кто хочет увидеть такую красоту с высоты птичьего полета? Присоединяйтесь к нам. Как полет вам расскажите? Очень круто. Впечатления просто невероятные, невероятные. Посмотрели на город с высоты? Да, посмотрели на город с высоты. Ну, страшно было? Да. Страшно. Это хорошо. Страшно и интересно. Да, страшно и интересно. Спасибо большое. Ну что, пока пережидаем погоду. Усилился ветер. Идем смотреть, что происходит у нас на площадке. Даже через десятки лет нам снова будет 20 лет. Снова в сонной тайге и туды суровой улыбнется юный рассвет.
вообще супер, это незабываемо. Очень много, но почему-то вас очень тихо слышно. Ну вот и новый герой нашего, нашего видеоблога. Артур Рупер. Вы меня не стесняетесь. Завтра он прыгает с громотвода, да? Вот громотвода. Приходите. Стоимость 1000 рублей. Покупаем сертификаты по номеру телефона 212-37. Возвращайся! Прощай! Дамы и господа, мы хотим, чтобы вы поприветствовали. Все, мы почти закончили летать, еще полчасика провисим и по домам.